Здравствуйте, Лаймонис. Это видео про ваш адаптер КПАН с одуванчиком Лушникова. В первую очередь хочу обратить ваше внимание, чтобы вы очень аккуратно снимали и одевали заднюю крышку. По часовой стрелке снимаем, против часовой стрелки аккуратно надеваем. Чип, одуванчик очень хрупкий, поэтому очень аккуратно обращайтесь с ним. При установке в камеру сначала я советую научиться правильно вставлять адаптер с чипом в камеру без накрученного объектива и потом уже только с накрученным объективом. Совмещаем красную точку и средний контакт на одуванчике с белой точкой на камере. Немножечко вдавливаем и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Обязательно должен защелкнуться адаптер, чтобы эта кнопка отжалась. И у вас камера сразу начнет показывать диафрагму. Я запрограммировал фокусное расстояние 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. В письме я вам также вышлю комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на вашем объективе. Внимательно прочитайте. И у вас камера будет очень хорошо с этим объективом работать. Таким же образом аккуратно вынимайте адаптер. Нажимаем на стопорную кнопку, поворачиваем против часовой стрелки, по часовой стрелке и аккуратно вытаскиваем. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.